Глава региона добавил, что на подобных занятиях школьники могли бы получать навыки прикладных специальностей сразу в нескольких отраслях. Безусловно, не хватает рабочих специальностей, не хватает. И вот, может быть, подумать, что УПК организовать не 10-11 класс, а, допустим, 7-9. Вот это будет умнее, но и здесь бизнес, я вот обращаюсь здесь к заместителям, здесь, Василий Александрович, вы курируете промышленность и все. Подключите бизнес, это же им не хватает, промышленникам сегодня рабочих рук. Пусть не только за счет бюджета, а при условии софинансирования давайте сорганизуемся. Мы же для промышленности края, для сельского хозяйства, для иных отраслей экономики нашего региона будем поставлять рабочих специалистов. Поддерживаю полностью предложение губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, что 7, 8, 9 класс. Ну, во-первых, 8-9. Либо 8-9, пускай это будет. Во-первых, я думаю, что это в значительной степени поддержит и поможет ребятам определиться в своем выборе, куда он больше после 9 класса будет предрасположен. По словам депутатов ЗАГС Собрания, нехватка рук в рабочих профессиях – один из сдерживающих факторов в развитии отдельных направлений экономики региона.